Привет всем! Меня зовут Тайкова Лера. Мне 12 лет. Я из Подмосковья. Я учусь в школе, в 6 классе. Я учусь хорошо. Мой любимый предмет – математика и музыка. Конечно, есть. И очень даже много. Кроме музыки, я увлекаюсь лепкой из пластилина и начала ходить на кружок живописи. Вот это мое творение. Здесь изображен водопад. Я его нарисовала сама. Я коллекционирую куклу Лол. У меня есть домик для них и 16 кукол. Кроме увлечений, я еще иногда читаю книги. Мне нравится фантастика. Кроме множества друзей, у меня еще есть мой любимый питомец – мини-тойчик, а зовут его Зерон. Так же, как и книги про фантастику, так и фильмы про что-то необычное и нереальное меня больше всего привлекают. Профессиональное учение музыкой у меня началось 3 года назад. А пою я уже давно, как сама себя помню. Вокалом я занимаюсь личным педагогом Ивановой Анной Владимировной в Центре Созвездия 2 раза в неделю, 1 час в день. Пою я в основном эстраду. Любимых исполнителей нет, но нравится, как исполняют песни Полина Гагарина, Вера Брежнева, Дина Гарипова. Я не хочу быть похожей на кого-то. Я хочу быть сама собой. Гран-при в доброй волне – это заслуга моего педагога, ну и, конечно, моих родителей. Я усердно разучивала песни и занималась по несколько часов вокалом. И я твердо знала, что без первого места я оттуда не уйду. И вот, это случилось. Гран-при. Это было самое яркое событие в моей жизни. Это не первый конкурс, в котором я участвовала. И на многих других конкурсах я тоже всегда занимала только первые места. О, да! Это было супер. Больше всего мне запомнилась церемония награждения, когда меня показывали на большом экране, и сверху сыпалась блестящая мишура, и все пели гимн «Доброй волны». И в этом году я опять буду принимать участие в «Доброй волне». В том году я познакомилась с Игорем Яковлевичем Крутым, величайшим маэстро. Он написал мне музыку для моей песни «Дождик». Этот человек очень хороший. Он много делает для детей и исполняет их мечты. А еще дарит радость таким детям, как я. После триумфальной победы на «Доброй волне» меня стали замечать, приглашать на концерты, съемки. Вот, например, недавно меня пригласили на съемки «Привет, Андрей», посвященная Игорю Яковлевичу Крутому. Это было неожиданностью для меня, что такой человек, как Игорь Крутой, захотел увидеть меня на съемках. На такой большой программе я была первый раз. Там было много знаменитостей, в том числе и Димаш. Он очень хороший и молодой человек. Он очень прекрасно поет. У него интересный голос. После съемок мы поехали домой. По пути я порылась в интернете и послушала часть его песен. Оказывается,
Его и в других странах знают. Вот бы и мне такую известность. Когда я спела свою песню, Димаш подошел и тихонько прошептал: «У тебя очень красивый голос и красивая песня». К сожалению, нам не удалось поговорить с Димашем, но я не отчаиваюсь. Все еще будет впереди. Лера Халькова, 12 лет, песня «Дождик», премьера на телеканале «Россия». Друзья, это все на сегодня. Игорь Крутой, Димаш, Лера Сайкова, Деми и Маргарита в студии. Привет, Андрей. Всем хорошего вечера. До свидания.